Самая лучшая работа в этом плане – это работа с детьми. Приходим. Вот мне нужно научиться потише делать. Я возьму подарок. Малыша. Я упаду у него пару раз. Он такой весь взбодрится. О, бросил взрослого мужчину, Алексей Борисович, там, или там кого-то из вас, сильного партнера. А потом у меня потихонечку мы будем с ним ходить, я буду ловить его. Понимаете? Потому что он легче меня, он не может применить силу. И вот тогда как раз вот получается научиться чувствовать вот эту подсечку. Давайте следующее движение. Фронтально. Опять-таки, советую, мы учимся. Мы берем сейчас не отворот, с отворотом это соревновательный. Вот здесь там, видите, чтобы вы чувствовали. Давай сначала покажу, а потом вернем. Сделать его шаг. Вот, приставной шаг. Я заставляю его сделать приставной шаг. И ловлю его. Пробуем. Первый номер.